Образование участков для голосования и утверждение состава участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси на повестке заседания Новополоцкого городского исполнительного комитета. Всего в Новополоцке образовано 36 участковых избирательных комиссий. В их составе 587 человек. 205 представителей от группы избирателей, что составляет 34,9% от общего количества. 126 представителей от трудовых коллективов, это 21,5%. И 256 представителей от общественных организаций, или 43,6%. В соответствии со статьей 34 избирательного кодекса в комиссии должно быть не менее 1/3 состава представителей общественных объединений и политических партий. Это условие также соблюдено по каждой комиссии. Здесь же принято решение об определении мест встречи кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва с избирателями, мест для размещения агитационных печатных материалов, а также мест проведения кандидатами и их доверенными лицами массовых мероприятий. Запрещено проводить массовые мероприятия ближе 50 метров от зданий Новополоцкого горосполкома, суда, Следственного комитета, городского отдела внутренних дел, прокуратуры и МЧС. Избирательная кампания продолжается. В комиссии поступают пакеты документов от претендентов в кандидаты. Выдвигаться кандидатом в депутаты Палаты представителей можно путем сбора подписей от трудовых коллективов и политических партий. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва пройдут 17 ноября. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ.